Добрый вечер, дорогие жены, дорогие будущие жены. На этом занятии мы будем говорить о самом дорогом и важном, о вашем муже, о вашем будущем муже, о вашей семье. Не секрет, что каждая из вас представляла до замужества свою семейную жизнь. Мечтала об образцовом муже и о тех прекрасных взаимоотношениях, которые сложатся у вас с ним. Но, к сожалению, для многих жен уже на первом году их несовместной жизни ждало разочарование. Почему-то мечтания девические не совпали с реалией семейных будней. Почему-то вместо искренней, сильной любви, жизнерадостности, вместо ощущения счастья пришло душевная подавленность, глубокие обиды, безобразные ссоры. Неизбежно ли это? Наше занятие посвящено ответу на этот вопрос. Мы дадим тут ответ. Нет, это все не обязательно, это не неизбежно. Как много семейных недоразумений, ссор, обид можно было бы избежать, если бы заранее, до свадьбы, или даже уже в процессе семейной жизни, вы были бы осведомлены о вашей второй половине, о вашем дорогом муже. Что есть муж? То есть, что есть мужчина? Каковы его мужские качества? Чего реально следует ждать от мужа? Реально, реально, не в фантазиях, не в воображении. А заодно, что ваши мужья ждут от вас? И вообще, в чем роль жены? Как быть женой? Естественно, не претендуя на полноту освещения этих вопросов, попробуем на нашем занятии только прикоснуться к этой теме. Но прежде чем мы углубимся в ответы на эти вопросы, позвольте более точно определить, для кого наши занятия. Сделаем только маленькое вступление. По-видимому, каждый человек задавался вопросом, чему себя посвятить в жизни. Одни себя посвящают науке, другие спорту, третьи бизнесу и так далее. Чему себя посвятить – это вопрос мировоззрения человека. Определяя свои приоритеты, что главное, что второстепенное в жизни, человек, как правило, вкладывает свои усилия и стремления именно в эту область, более важную для него. И вот в этой точке и находится принципиальный вопрос. Девушка выходит замуж. Как она видит свою роль жены в семье? Главной или второстепенной? Видите, вопрос этот, он принципиальный. Кстати говоря, этот вопрос, он относительно современный. Не секрет, что тот самый феминизм, который появился во многом оправданно из-за приниженного, униженного положения женщины в этом мире, где правят мужчины. Вот этот феминизм, кроме равноправия во многих областях, изменил многое другое. И в частности, взгляд женский на семью. Теперь не семья более находится в центре внимания, а карьера, учеба, хобби, общественная жизнь. Проблема, что не в семью, не в свою роль жены теперь вкладывают усилия, а после этого удивляется, почему та самая карьера, в которую вложили помыслы и усилия, она да, получилась. А вот семья, которая была всегда на втором плане, увы, ничего не получилось. Дорогие жены, дорогие будущие жены, вот тут первое, что надо хорошо-хорошо помнить. Для того, чтобы было семейное счастье, надо его очень-очень-очень хотеть. Это должно быть основным приоритетом в жизни. Поэтому первый вопрос, который должна молодая жена решить для себя, является ли ее семья главной и основной в ее жизни? Да или нет? И для тех, для которых семья, она на первом плане, для них наше занятие. В прошлый раз мы говорили, что Творец сотворил женщину более совершенной. Повторим для чего? Для того, чтобы она могла быть верной помощницей своего любимого, несовершенного, можно сказать, даже недоделанного мужа. В этом космическом плане семейной ячейки существует очень точный расчет. Есть он и есть она. И у каждого своя роль, которая дополняет друг друга. Так они составляют единое целое. Так они находятся в гармонии. А что есть гармония? Гармония – это только тогда, когда каждый выполняет свою роль, не вмешиваясь в чужую. У мужчины роль ведущего, он министр иностранных дел. А женская роль основная – это семья, она министр внутренних дел. Ей для этого были даны колоссальные способности, только она способна выполнить эту роль. И это вовсе не значит, что у нее не должны быть другие интересы.
не только могут быть, они должны быть, но интересы семьи в первую очередь. Знаете, найдется наверняка слушательница, у которой лицо скиснет от всего, что мы тут говорим. Она явно будет недовольна ролью помощницы. Она нам прокричит: да я директор концерна. У меня мужчины сотнями стоят по стойке смирно. Равноправие. Мужчин на кухне. Мы многое могли бы обсудить с вами тут о вашей семейной жизни. Не к месту может это обсуждение тут, но мне хотелось бы только выразить надежду, что у нас и с вами диалог состоится. Еще очень хочу добавить. Видел несколько сцен. Очень-очень многое изменилось в жизни. Теперь не в почете быть мамой и женой. Однажды видел, как одна женщина спросила другую, где она работает. А та смущенно ответила: сижу дома с детьми. На что та отреагировала: а, ты всего лишь домохозяйка, бедненькая, пожалела. Я был свидетелем еще одной сцены, как одна мама отозвалась о тех годах, когда она растила своего сына. 3 года выкинутые из жизни пропали для меня. Вы слышите, она растила своего сына, вычеркнутые из ее жизни годы. Теперь мы удивляемся, почему так все выглядит. Еврейский подход совсем другой. Лучшие женские качества и способности, красоту, да, даже красоту женщина направляет на дом, на семью. И в иудаизме, в концепции еврейской, дом – это наша основа. И тот, кто ведет дом и растит детей, там занимает главное и наиболее ответственное место в мире. Еврейской женщине не нужен феминизм, не нужно равенство, так как она и без этого занимает самое основное место. Она занимается основным. Для нас, наше мировоззрение основное – это семья, а она отвечает за эту семью. Только, естественно, следует оговориться, чтобы никто не понял, что мы тут уговариваем кого-то стать домохозяйкой. Тут попытка всего лишь вернуть почет и уважение к семье. Быть женой и мамой – это так же почетно, как быть врачом и инженером. Мы хотим только вернуть правильные пропорции. Одна из причин неуважения к домохозяйке, как у нас говорят, то есть к профессии мамы и жены, считают необразованной. Может быть, но не у нас, не у евреев. У нас подход к этому должен быть профессиональный. Профессия жены требует обширных знаний, она должна хорошо разбираться, что есть муж. Очень важно подчеркнуть, что говорит Шломо Амелех: «Хохмат нашим банта бейта». Только мудрая жена способна построить свой дом. Все понятие семейного счастья, оно лежит на тех самых хрупких плечах мудрой жены. И без этой мудрости ничего хорошего не следует ожидать. И мы к этому вернемся много раз. Но прежде всего скажем нечто важное и фундаментальное. Ваш муж объективно отличается от вас. Казалось бы, все это знают. Но не все жены приходят к естественному и фундаментальному выводу отсюда. Если существует объективное различие, то, по-видимому, есть у вашего мужа определенные качества, которые вы при всем вашем желании не сможете изменить. Проблема, что пытаетесь. И эта проблема начинает еще до замужества. Знаете, однажды я побывал на занятии в группе девушек. Как раз занятие было на эту тему. Я зашел, было большое оживление. На мой вопросительный взгляд они ответили: готовимся. Спросил: к чему? Они ответили: к борьбе. Спросил: с кем? Удивленно на меня посмотрели: с будущим мужем. Они уже заранее готовят себя к борьбе. Вы слышите? То есть в их воображении семейная жизнь – это поле битвы, где они будут отстаивать свои правильные позиции. Итак, дорогие жены, первое, что надо помнить, что ваши мужья обладают качествами, которые нельзя изменить. Это не то, что вообще ничего нельзя изменить у вашего мужа, не приходите сразу в отчаяние. Конечно же,